Всем привет, меня зовут Сергей, с вами проект InfoSight, и в сегодняшнем видеообзоре будет новая программа, которая дает возможность зарабатывать вам денежные средства автоматически без какого-либо вашего участия. Все, что вам требуется, это зарегистрироваться на сайте, скачать программу, и программа будет вам приносить денежные средства. Когда-то мы с такими программами уже работали, ранее они назывались автоденьги, автобабло и так далее. То есть только ранее показывалась какая-либо реклама, а здесь даже вам рекламы предоставляться никакой не будет. Далее это никакой не майнинг, и что самое интересное, эта программа не нагружает ваш процессор, и здесь нету вирусов, здесь вообще ничего нету. Ваша задача просто зарегистрироваться, скачать и получать денежные средства, а вот уже сколько вы будете получать, все зависит от вашего региона, от вашего IP и так далее. То есть каждый регион, каждый IP выдает различные денежные средства. Кому-то больше, кому-то меньше. Тем не менее, программа платит, и они даже обещают, что будут выплачивать, ну где-то получается за месяц, они пишут, от 1000 рублей. Вот, у них это так и написано, поэтому так это или не так мы будем проверять, но тем не менее нам уже скрины сбросили о том, что программа платит. Вот здесь вот видно, что человек заказывал 17.02 107 рублей и 28.02 316 рублей. То есть человек уже буквально за сколько? За 11 дней заработал 420 рублей, просто за то, что программа была установлена. Пока эта программа работает только с ПК, да, то есть нельзя ее установить на телефон пока, потому что программа, сам этот сайт и сервис работает очень недавно, только начал работать, вот поэтому только так. Значит, первым делом, что вы делаете, это вы заходите в раздел вот сюда «Личный кабинет», здесь вы нажимаете «Регистрация», здесь вы указываете имя и почту свою, да, электронную, и нажимаете «Регистрация». После чего вам приходит на почту сообщение. Значит, сообщение выглядит вот таким вот образом, где у вас указано «Proxyweb», ПО работает на вас. И вам здесь вот первое, что вам нужно сделать, это выполнить активацию аккаунта. Вы нажимаете вот сюда по ссылке, переходите по ней и вы активируете свое приложение. После чего вы возвращаетесь опять сюда в программу, нажимаете «Войти». Здесь вы указываете почту, здесь вы указываете пароль и нажимаете «Войти». Далее мы попадаем в свой личный кабинет. Здесь есть вот такое вот меню «Статистика». Далее «Выплаты», «Партнерская программа». Кстати, здесь партнерская программа четырехуровневая по 10%. Далее «Вопрос-ответ», если вас интересуют какие-то вопросы, какие-то ответы. Далее «Настройки». Это вы указываете свой кошелек. И вот здесь вот есть «Скачать приложение». Вот, вот это мы приложение вот сейчас вот скачиваем вместе с вами. «Proxyweb». Далее устанавливаем его. Кстати, как вы видите, программа работает пока только с WebMoney. Поэтому у кого нету WebMoney, вы либо же его себе его оформляете, да, либо же просто пока работаете без вывода средств, а потом как только появятся другие кошельки, потому что они со временем будут появляться, вы потом сможете эти денежные средства выводить. Хотя бы просто сейчас установите, проверьте, посмотрите, как работает программа. Значит, что мы здесь видим? Установка ПО. Установить основные модули ПО это есть. Создать папку приложения в меню «Пуск», пускай будет. Ярлык на рабочий стол пускай будет. Запустить прокси веб-агента хорошо. И автоматически закрыть программу установки. Вот, ну пускай так. Так, нажимаем «Далее». Устанавливаем на C-Program Files и «Установить». Все, вот таким вот образом, как видите, очень быстро все установилось. Далее у нас здесь появился в трее вот такой вот монитор. И что здесь показано? Если монитор с оранжевым экраном, то значит он не подключен. Значит, вам нужно подключить. Значит, следующее, что нам нужно сделать, войти в данную программу. Почту и пароль мы указываем с нашего письма. Вот здесь ваши данные для входа. Здесь указана почта и пароль. Значит, мы просто что делаем? Копируем и вставляем сюда свои данные. Так, вот мы вставили почту и пароль, нажимаем «Войти». Так, и вот мы видим кабинет, далее указана наша почта, да, далее указано «Онлайн». Если нужно выйти, то мы можем нажать здесь кнопочку «Выйти». Далее на балансе у нас пока по нулям. Сколько онлайн-часов у нас пока не пишется и ожидается к начислению у нас пока не пишется. Кстати, что касательно вывода средств, то вывод средств можно осуществлять в любой момент при достижении минималки. Минималка 100 рублей, то есть в принципе немного, потому что здесь показывают, что заработок приличный приходит. Но это, конечно, у каждого свой. И выплата происходит каждый раз по средам.
То есть выплата происходит последний раз в неделю, последний. То есть, допустим, если вы заказали там сегодня, во вторник, там, то выплата придет в среду к вам. Если вы там заказали четверг, пятница, но это не важно, а выплата все равно приходит по средам. Вот таким вот образом происходит здесь заработок. Насколько мы понимаем, за что нам платят, это используется наш IP-адрес для веб-мастеров. Ну, то есть, насколько эта информация та, которая есть в сети интернет. Еще раз повторюсь, вот вывод средств, как вы видите, вот если мы зайдем в выплаты, то у нас здесь ничего нет. Понятное дело, ноль. Но здесь вот у нас есть здесь вот период, за который, и вот человек прислал отчет, да, вот по периоду на все, и вот он с 1 февраля по 7 марта, вот он заработал 107 рублей и 316 рублей. И за выбранный интервал он заработал 424 рубля. В принципе, для программы, которая сама зарабатывает денежные средства, от вас ничего не требуется. Просто вы установили программу, и она себе не нагружает вообще ничего. Вот если даже зайдете вы после установки программы в процессоры, да, посмотреть, что-либо нагружает он или нет, то эта программа ничего вам не нагружает. А также, если вам нужна ваша рефсылка, вы заходите в партнерские программы, и вот ваша ссылка для привлечения. Вы ее копируете и размещаете. Все, больше ничего от вас не требуется. И вот здесь, когда вы видите, вот значки, да, вы можете в трейд посмотреть, а вот видите зеленый экран. Это значит, что программа работает и вам приносит денежные средства. Программа обновляется не сразу, поэтому не пугайтесь, дайте программе поработать, как говорится, дайте ей вам заработать денежные средства. Ну, не обновляйте ее, не удаляйте ничего, она со временем вам денежные средства принесет. Но если у вас какие-то возникнут трудности, что там не приносит денежные средства или не запускается или еще что-либо, то почитайте вот здесь вопросы-ответы. Здесь есть разные причины, по которым может такое быть, что вам не будут начисляться денежные средства. И если вы даже сами не сможете справиться с данной проблемой, то тогда вот есть техподдержка. Вы можете техподдержку написать и, в принципе, все свои вопросы уладить. Вот такая вот программа. Будем смотреть за этой программой, будем смотреть, как в итоге нам будут начисляться денежные средства. Как только минимальный вывод мы насобираем, мы, конечно же, снимем еще один обзор о том, что денежные средства поступили, либо не поступили. Но, в принципе, сейчас об этой программе очень много говорят. Это программа пассивного дохода, программа автозаработка, которая, по их словам, должна приносить от 1000 рублей в месяц. Посмотрим, как она будет приносить. Если вам это видео понравилось, если вам этот заработок понравился, то ссылочка будет в описании под видео. Если вам это видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о заработке в интернете вместе с нами. С вами был Сергей, проект InfoSight. Всем до встречи!